Небоскребы, ёба, Москва-Сити. В офисах толкают нефть и гречу. Что такое русский мир, меня спросите. Как в аптеке, точно я отвечу. Так учил нас дядя Витя, еще в школе начал пить я. Настоящий русский пьет водку без закуски, а кто с нее блюет, тот не патриот. Настоящий русский пьет водку без закуски, а кто с нее блюет, тот не патриот. Держи в себе, блять, в себе держи. Ну вот. После стакана стоим мы стойко, праздники для нас рутина, быт. Здесь обмыта каждая постройка, и покойник, и дитё обмыт. Так учил нас дядя Витя, еще в школе начал пить я. Настоящий русский пьет водку без закуски, а кто с нее блюет, тот не патриот. Настоящий русский пьет водку без закуски, а кто с нее блюет, тот не патриот. На здоровье! Робких. Водку льем мы прямиком в затылок. Наши пальцы на мани, как пробки от невыпитых бутылок. Так учил нас дядя Витя, еще в школе начал пить я. Настоящий русский пьет водку без закуски, а кто с нее блюет, тот не патриот. Настоящий русский пьет водку без закуски, а кто с нее блюет, тот не патриот.